Всем привет, вы на канале Максик. Сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. В этой серии мы пойдем выторговывать второго жителя до починки. И у меня к вам вопрос. Вот в чем логика? У меня было 20 подписчиков, сейчас 17. Зачем вы подписывались, если все равно отписываетесь? Нет бы просто остаться, а не отписываться. Тогда у меня было хотя бы настроение ролики снимать. А сейчас у меня никакого настроения нет. Я тогда хотя бы мог по два ролика записывать, если бы вы хотели. Сейчас мне даже один лень, потому что у меня... Вы отписываетесь. Пожалуйста, подпишитесь и больше так не делайте. Мне просто... Мне очень надо. Не забывайте, на 50 подписчиков запущу стрим трехчасовой. Погнали к жителю. Так. Я уже тут построил вторую комнатку. Вот тут будет заход. Как вы тут живете? Так, оранжевая лягушка. А где белая? Вон белая. Так, пошлите к второму жителю. Его, кстати, зовут Лёха. Лёха, Лёха, мне без тебя так плохо. Поплыли, Лёха. Открываем. Забываем. Ломаем. Вылазим. Так, а вот тут проблемка. Ставим. И сюда надо тоже блок поставить. Ладно. Позаимствуем у комнаты зачарования. Давай быстрее уже. Извини, Лёха. Оп, давай сюда. Давай, заходи. Молодец. Теперь идем и закрываем. Давайте пусть блок тут будет. Пойдемте его выторговывать. Так, первая книга у нас уже почти. Так, у меня вопрос. С первой попытки. Починка! Правда, за 20 изумрудов и одну книжку. Ну ладно. Это ж починка. Офигеть. С первого. Мужик. Лёха, ты, видимо, не так уж и плох. Ладно. Ничего мы будем делать. Я думал, мы всю серию будем выторговывать. Да. Ну, можно пойти приручить песца и сюда засунуть. Нам придется в ту сторону. Пойдем? Ну, погнали. Так, давайте искать песца. Так, я нашел песца. Вот они, два аж. А маленького нету. Что, маленького нет? Я хотел маленького приручить. Ну ладно, будешь ты у нас. Может, конечно, сейчас маленького тут найду. Но вроде его нет тут. Ладно, давай
Давай, давай, как мы тебя назовем? Ты будешь, наверное, мальчиком. Так, быстренько отходим, пока твоя жена не увидела тебя. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, уходим, 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 уходим. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, нам предстоит долгий путь. Вон туда. Чё, пошли? Так, я когда шел с песцом, я увидел обычных лис и увидел вот эту маленькую. Я взял маленькую, а песца оставил. Ну, бы я хотел просто маленькую. Пошли. Пошли, 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 пошли. Пец энергичная лиса. Я надеюсь, я хоть в ту сторону иду. Я просто забыл, где мой дом. Ты где? Вот ты. Шли. Ты у нас мальчик. Как тебя звать-то? Если у нас пёсель, она девочка, зовут Безешка, то тебя тоже надо как-то назвать-то. Стоп, я вообще туда иду? Или не туда? Так, не знаю, как тебя звать. Шли туда. Так, я нашел наш дом. Идем. Идем, 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 идем. С нашим сыном. Давай, 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 малыш. Давай, 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 иди сюда. Иди, иди, иди сюда. Пошли, 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 пошли. Так, знакомься, это твой друг. Фига себе, ты знакомишься. А тут твой дом. Заходи. Сначала тебя покормим. Куда? Стой. Твой дом вот туда. Там. Все, живи. Радуйся. А тебя, Безешка, я покормлю. А тебя тут есть что есть. Так, я буду прощаться. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем!